Сейчас мы находимся на месте, где дети раскрашивают асфальт. Здесь именно разукрашивать или можно что хочешь нарисовать? Разукрашивать. А что хочет, пожалуйста, там рисуют они. Все для детей. Привет. Привет. А ты разукрашиваешь долго здесь? Ну, где-то уже минут 10. Понравилось? Да. Какие у тебя впечатления от этого? Ну, я вообще люблю разукрашивать разные раскраски там. А почему ты выбрала именно разукрашивать, а не рисовать? Потому что, ну, не знаю, мне больше нравится разукрашивать, чем рисовать, это у меня иногда фантазии не хватает. Я сама занимаюсь рукоделием, поэтому самая любимая моя площадка здесь – это город мастеров. Сейчас мы чего-нибудь научимся. Здравствуйте, у нас кружок на умелые ручки. Мы научим руками делать зелье для души, да. Это для разнообразия. Можно, да, смастерить куколку или браслет. Вот мы делаем. Где у нас браслет? Где у нас браслет? Где у нас золотой браслет? Фенечки такие. А чему вы здесь учите? Я учу девочек, как можно сделать такие красивые цветы из остатков ткани, из атласных лент. Розы. Весенние розы. Посмотрите, какие красивые и интересные поделки делают дети. Если хотите, сходите в ЦДО и сделайте сами такую же себе поделку. Розу, куклу и еще какие-нибудь разные поделки. Техника квиллинг. Мы из бумаги делаем красивые цветочки. Мы раскрашиваем глиняные игрушки. Сегодня на площади еще также можно нарисовать аквагрим. Я тоже не устояла перед этим. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а ваша машина есть? Да, конечно. А какую скорость она максимум набирает? 110-120. А вы по трассам ездите? Конечно. Хорошо. А за что вы грамоту будете вручать? А за участие. Он в Саратов приехал специально, вот праздник, который в Балаково проходит. Поздравляю тебя с участием, значит, в ретро-параде, значит, в городе Балаково. А скажите, пожалуйста, сколько здесь всего машин? Всего машин 14. А какая здесь самая старая? Самая старая, вот в начале стоят три «Волги», вторая серия. Они 60, 61 года, а потом уже пошли 65, 66 года. Это «Волги», ГАЗ-21. Вот дальше идут ГАЗ-24, потом «Москвичи» идут. Уже это легендарная «Копейка», как называют в народе, ВАЗ-2101. Это 02, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103. Вот вся эта коллекция. Сколько лет вашей машине? 57. 69-го, 60-го года выпуска. Сколько? Сейчас считаем? 57. А какую скорость она максимум набирает? 140 километров. А сейчас она работает? Машина? Ну, она с вами ходом сюда приехала, да, мы по городу проехали, автопробег, да. На площади Балакова открылась игра «Бродилка». Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а сколько человек может играть одновременно в эту игру? 4 человека. А сколько по времени это занимает? Ну, минут 15, смотря какие гномики попадутся. А сколько весит кубик? Кубик весит, наверное, где-то около полукилограмма. Не тяжелый, легкий кубик. А какие задания есть для малышей? Для малышей у нас все задания, есть загадки легкие. Они обязательно отгадывают. Или проседают. А для взрослых детей какие задания там бывают? А для взрослых детей загадки посложнее, на сообразительность. Спасибо. Пожалуйста. Давай. А как вам погода в праздничный день? Замечательно. Спрятались, все кругом засунули. Замечательная погода. А как вам погода в этот праздничный день? Ужасно. Ужасно. Ужасно классно. Как вам погода в этот праздничный день? Ураган. Скажите, пожалуйста, это вы такую погоду нахимичили, или оно само? Мне кажется, это дети, которые себя плохо вели в этом учебном году. Вот так вот произошло, наверное, в связи с этим. Вот они нахимичили. Они же химичили. Я всего лишь руководила процессом. Так что
Тут моей вины нет, надеюсь. Какие химические опыты вы хотели показать и какие показали? Мы успели показать все. У нас планировалось 4 шоу. Мы разделили одно большое шоу на 2 части. Мы показали первую, вторую часть. И на третьей части, когда мы повторяли первую, произошел коллапс. Поэтому все, кто хотел по-настоящему увидеть, все, увидел. А остальные люди, которые припоздали, ну, частично увидели. Это печально, но музей Эйнштейна функционирует в Саратове, поэтому можно туда приехать. Было очень весело, энергично, праздник очень молодежный, то есть очень весело, интересно. Несмотря на погодные условия, все ведется очень хорошо. Праздник был замечательный, мы зарядились многим настроением, все хорошо. Поздравляю вас с праздником.